По своей специальности Александра Котельникова – детский массажист-медик. Оставшись без работы, девушка не растерялась и решила открыть бассейн. А чтобы заручиться финансовой поддержкой государства, представила на рассмотрение специальной комиссии свой бизнес-план. Проект девушки одобрили и выделили на него 60 тысяч рублей. Этого хватило на покупку каркасного бассейна, после чего Александра арендовала помещение, где уже на свои средства сделала ремонт и закупила необходимое оборудование. Сейчас в день аквацентр посещают по 15 детей. В возрасте от месяца до 5 лет. Одно занятие длится полчаса. Его проводят опытные детские инструкторы. Есть большие у нас планы на будущее. Это увеличить приток деток в наш бассейн в обязательном порядке, потому что сейчас вот детки, конечно, у нас занимаются, приходят с каждым месяцем все больше и больше, но хотелось бы, конечно, полную запись открыть. Принять на работу новых инструкторов, обязательно квалифицированных, опытных, чтобы у нас не страдало ни в коем случае качество работы. Ну и также получение медицинской лицензии для открытия массажного кабинета. Вот с самого начала немножко хлечет, да, плачет, а потом все хорошо, начинает расслабляться, что-то делать интересное. Адаму Бакиеву всего 6 месяцев, и он уже очень любит плавать. Приучают к этому мальчика практически с самого рождения. По словам специалистов, систематические занятия с раннего возраста закаливают ребенка, делают его менее подверженным заболеваниям и стимулируют правильное физическое развитие. Мама Марта Бакиева делится: открытие нового детского аквацентра рядом с домом не может не радовать. Сейчас мы живем в южном городе один, и я увидела, что здесь открылся бассейн, и прямо на радостях сразу сюда привела своего самого младшего ребенка. Глава региона и правительство создают условия для развития малого бизнеса в области. На протяжении нескольких лет в 63-м регионе при содействии Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в муниципалитетах было создано свыше 1500 коммерческих организаций. Поддержка предпринимательской инициативы – это одно из приоритетных направлений работы службы занятости. Данная работа проводится уже много-много лет. Мы оказываем безработным гражданам целый комплекс услуг. Мы тестируем их на предмет выявления способностей к предпринимательской деятельности. Мы содействуем им в подготовке бизнес-планов. Безработные открывают собственное дело в разных сферах деятельности – услуг, торговли, сельского хозяйства. Общая сумма финансовой поддержки, оказанная органами службы занятости для открытия малого и среднего бизнеса, за последние 4 года составила свыше 80 миллионов рублей. Мария Елчан, Максим Гусев, «События».